Привет всем от Полины Алексеевны. Беззубой. Вот крестный Коля. Привет! Итак, здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня с вами, как всегда, я, Савельф Анатолий, и его канал. А ну-ка вспомните видео достопримечательности Урюпинска и мы. Ну так вот, теперь мы снимаем все самое главное и в самых подробностях об Слободе, Манько, Березовске. Все, я вам покажу все самое главное, все самое красивое и все места наиболее важные и наиболее важных личностей для Слободы, Манько, Березовки. Ну и вот, дорогие телезрители, начало начал. С этого и начнется видео о Манько, Березовке. А вот. Это один из отрывков реки Березовой, где можно ее увидеть. Вон, как вы можете заметить, утка с утятами там резвится. Ну вот и, в принципе, первое, так сказать, клочок речки Березовой, какой можно увидеть. Вот. Какой можно увидеть. Вот так вот здесь прекрасный вид. Вот. Утята, утка с утятами. Да, утка с утятами. Вот. И такие здесь раскрываются долины красоты и благоухания природные. Вот такие вот красоты. Речка Березовая. Вот. Итак, вот мы видим нашу речку Березовую. Вот все эти, так сказать, садовые красоты здесь имеются. И вот... Грушу загрызли. Это уже бобры сгрызли грушу, дерево. Вот, сгрызли. И вот наша речка. Вон туда по речке тоже по... Корешки лежат там. Да. Именно что в воду упало, да? Смотри, не упади. Вот она, наша Березовая речуня. Вот. Как красиво здесь, собственно. Вон там уже и полетела цапля. Очень красивая. Довольно-таки очень природное райское местечко. Вот. Очень красиво. Вы, главное, посмотрите, какая природа. И благоухание, чистая вода, чистый воздух, которым можно надышаться и попытать частичку природы вдохнуть в себя эту жизнь, жизненную энергию. Такая вот красота. И первое место, где можно увидеть в Маньково-Березовке речку Березовую. Ну вот, дорогие телезрители, отошли мы от речки Березовой, от первого начала, где можно увидеть в Маньково Березовке. Еще я вам покажу еще одно место, где можно увидеть реку Березовую. Ну а сейчас пройдемся как раз-таки по настоящей Манькове Березовке. Вышли мы из садов и смотрим. Здесь у нас начинается улица Рожок. Самое главное в Маньково-Березовке. Вот наша улица. Мы будем вдоль нее проходить. И я вам буду снимать всю улицу, так сказать.
Улица Рожок самая известная, как я уже говорил, в Маньково-Березовке. Ну и вот, дорогие телезрители, наслаждайтесь видами этой прекрасной слободы Маньково-Березовки. Вот такая вот у нас, так сказать, райское местечко. Вот, очень хорошее. Вот так. Вот. Идем мы вдоль по улице Рожок. Она только начинается. Дальше будет интересно. Даже очень. Вот. И, в принципе, что? Смотрите. Вот. Хорошая улица. Вот. Вот так. И вот как раз таки начинается самая интересная часть нашего видео. Вот мы подошли уже к главному дому на этой улице. Вот. А именно это дом Безверховых, то место, где мы сейчас остановились на лето. Вот этот сам дом. Вот Рожок 46. Самый прославленный на моем канале, получается, место. Вот. Рожок 46. Вот. Самый доминирующий, главный дом. Дом и кухня. Вот. На этой улице. Вот. Кухня. Вот у нас дом. Райское местечко. Ну что ж, идем дальше. Идем дальше по улице. Вот. Здесь лавочка у нас идет, как раз таки напротив Рожок 46. Вот. Там, где любят собираться местные бабульчики и, ну, чтобы отдохнуть. Самое излюбленное местечко всех бабуль. Ну что ж, идем, дорогие телезрители, дальше. Проходим. Вот, и идем дальше. Интересные места. Вот. Тот, кто раньше жил в Маньково-Березовке или был там, кому понравилась эта слобода, или это кто хотел бы вспомнить, поглядеть на нее, вот вам мое видео. И вы с радостью вспомните такое хорошее место, как слобода Маньково-Березовка. Вот. Ну что ж, вот магазин. Вот. Самый, так сказать, ближний к Рожку 47, ой, 46. Вот самый вот магазин. Такой вот. И дальше вот у нас идет улица. Вот. Ну, заходим. Вот, Галина Федоровна. Помахайся. Ну и вот, в принципе, прошли мы наш магазинчик и дальше снимаем нашу улицу Рожок. Идем мы дальше, вот, и доходим до, так сказать, наибольшего, ну, в общем, идем дальше. Вот тут у нас так вот. И вот, в принципе.
Вот у нас улица Рожок. Она идет аж до конца. Вот у нас дом самого популярного зубника. Здрасте! Ну и идем мы, в принципе. Вот самый первый конец этой улицы. Дальше, в общем, она продолжается аж туда. Но туда мы зайдем потом и расскажем обо всех оставшихся достопримечательностях. А сейчас мы с вами завернем за угол, и я вам покажу еще одно место, где можно увидеть реку Березову. Вот у нас такие деревца. Какое небо голубое. Вот. Сюда каждое утро местные люди гоняют коров. Вот. В 6 часов. А где-то ближе к 7 часам коровы идут назад, и они их пригоняют к месту. Вот комбайн разобранный, когда-то он был целый, ну не рабочий, но его разобрали. Вот, в принципе, такое тоже довольно-таки райское местечко. Вот, очень хорошее. Ну, идем дальше. Показать вам его речку. Вот так вот у нас красиво, природа и благоухание. После того, как мы пройдем эту речку, мы вам покажем как раз таки там продолжение нашей улицы и уход в сторону города. Точнее, не города, а центрального места Манькова-Березовки. Ну и вот, в принципе, у нас начинаются сады. Вот. И вот там у нас уже плавают, как можете заметить, гуси. Вот. И вот он еще одно место. Пересечение реки Березовой, Манькову-Березовку. Вот у нас такой буксующий песок. Тоже довольно-таки сыпучий. Вот. И вот у нас здесь можно загорать, здесь такая красота, здесь просто неописуемое ощущение, вот. Ощущение, ну, понимаете меня. Вот. И вот у нас, в принципе, и речка. Вот. Давайте-ка пройдемся по этому знаменитому мостику. Здесь уже речка, простите меня, но просохла. Вот у нас такие вот склончики, даже можем на один склончик дерева залезть. Вот так вот. Лезем, дорогие телезрители. Ну что ж, поделаешь. Ради такого местечка можно и залезть. Вот. Ну что ж, идем дальше. Идем дальше. И здесь уже мы видим полностью нашу реку Березовую.
Ну, то есть, сам ее отрывочек. Вот. И вот гуси. Вот она река. Березовая. Здесь она уже немного подсохла. И там. Ну, давайте-ка здесь немного по воде, так сказать, пройдемся. И я вам покажу оставшиеся виды. Как прекрасно, конечно же, тут. Ну, давайте-ка теперь вернемся, пожалуй, назад. И я вам покажу, конечно же, вид на нашем мосту. Вот. Идем мы. Он здесь, как видите, самодельный мост. Раньше он был практически в воде, но по нем можно было еще как-то проходиться. Он, кстати, самое опасненькое место. Вот такой вот. И, в принципе, наш мост целиком. Ну что ж, вот они, наши жабаки, прыгают. И давайте-ка пройдем немного наверх. Вот. Вот у нас такой прикольный склон. Вот. Излюбленный, прямо в речку идущий. Вон он, вы можете увидеть. Вышка. Вот. Големанька Березовская. Вот. Дальше продолжение речки. Ну и в принципе. Вот такой вот вид. Ну что ж, опа, прыг-прыг. Все, спустились мы. И давайте-ка продолжать снимать нашу улицу. Здесь я вам показал, в принципе, все. Вот. Все-таки я решил пробраться в самую гущу реки Березовой. Вот. Мы, так сказать, плывем с вами, дорогие телезрители. Вот. И как раз-таки сразу после этого видео мы идем и продолжаем глядеть улицу дальше. Вот такая вот у нас тут красовенная красота. Вот такая вот у нас красота. Итак, мы вышли с речки, с нашей, и продолжаем снимать улицу. Вот у нас дом Муковнина Ивана Петровича, очень важной личности Маньково-Березовки. Дальше я вам его покажу, но это постепенно. Вот у нас идет поле. Вот. И, в принципе, идем вот мы... сейчас мы идем до Бабы Гали. Идем дальше по улице. Да. Вот у меня ассистент. С собой под боком. Микотина Александра. Вот. Сегодня мы с ней будем экскурсию аккуратно проводить по Маньково-Березовке. Вот, в принципе. Такие дали. Вот такие достопримечательности, так сказать. И сейчас Микотина Александра остановит нас с вами у дома моего ей бабушки и дедушки. Да. Бабушки и дедушки. Да. Как их зовут? Галина Федоровна. Очень важной личности для Маньково-Березовки.
Вот такие вот у нас тут красоты. Дай-ка я что-то сниму. Нет, тихо, тихо. Дай-дай-дай-дай. Ну тогда поворачивай за мной. Вот за мной поверни. Тихо. Так. Я здесь шеф. Так. Мы снимаем улицу. Улица Рожок продолжается вдоль. Ну, вдоль и поперек, ты знаешь, что это за слова? Ну, так вот, об этом потом. А сейчас, дорогие телезрители, мы снимаем... Так, а тебе сколько лет? Главное. Я забыла. Тихо, тихо. Ну вот, мы снимаем, в принципе. Скоро ли мы дойдем, Александра? Да, скоро, очень. Вот этот и вон тот пройдем, и там уже... Видите, ну, как вам в деревне живется, Михотина Александра? Манька у березовка вас радует? В центре? И только в центре, и тут. Ну вот, так сказать, виртуально вы сейчас с нами проходитесь по Маньково-Березовке. Конечно. Ну вот, как раз таки у нас дом желтого цвета, Рожок 20 под номером. Это у нас тоже... Не надо, не надо. Важный дом Маньково-Березовки под номером 2. Вот, Рожок 20. Так, кстати, нет, вот. Кстати, там, где живет Галина Федоровна. Вот как раз таки ее дом. Нет. Вот. Вот дом Галины Федоровны. Если вы смотрите это видео, Галина Федоровна, то вам с Урюпинска от меня большой привет.
пришли мы к самой, самым достопримечательностям Маньково-Березовки. Ушли мы оттуда как раз таки по этой дорожке. Вот тут у нас вышка. Здесь такие раскрываются красоты. Вот и самое главное, Маньково-Березовская церковь. Вот она. Вот. Храм, собственно, такой вот. Вот. Это Евдокия Никольская, храм. Вот. Николай Чудотворец и Евдокия. Вот. Евдокия Никольская церковь. Вот такая вот. Сейчас мы ее рассмотрим в деталях и, собственно, просмотрим и внутри. Давайте ее рассмотрим. Вот такая очень красивая и очень отличная церковь. Вот. Вот такая вот Евдокия Никольская церковь. Одна из самых главнейших мест в Маньково-Березовке. Заходим внутрь. Сейчас рассмотрим все детально. Вот. Здесь сейчас идет ремонт. Вот. Пока свечи горят, которые привезли. Да. Сейчас здесь идет пока ремонт. Пока еще ничего не готово, но. Вот как внутри храма.
Милосердствуйте на Маньково-Березовский храм. А это у нас трапезная. Вот. Церковь Евдокия Никольская и трапезная. Вот. Вот так вот здесь красиво. В трапезной. Заходим в трапезную. Вот. Здесь и трапезничают. Ну это еще она маленькая, мы расширим ее. Да, она еще маленькая, но мы ее значительно расширим. Со временем. Да. Вот так вот. Так еще мне нравилась на пирогазе. От меня что-то. Пирога. Я, по-моему, Мишей. Как на молодое. Все. Вот перед вами больница. Маньково-Березовская. Очень хорошая. Там все очень добрые сотрудники. Вот. И как раз таки. Иван Петрович, самая популярная и очень важная личность для Маньково-Березовки. Стоматолог. Вот здесь. Ну, покажем мы его, когда зайдем внутрь. А сейчас вот рассматривайте, так сказать, больницу. Маньково-Березовскую. Вот она. Так сказать. Вот. И вот какой отсюда вид открывается. Ну что ж, заходим. Сейчас мы приближаемся к школе, где учился изожник греков. Изажист, художник греков. Вот та самая школа, где учился греков. Ну, старая школа. Вот. Художник греков. Школа имени Грекова. Вот. Вот это самое заведение. Да. И школа у Грёва. Вот, собственно, такое здание, где учился греков. Вот. Вот. В этом здании учился художник греков. 1882 по 1934 годы.
Греку. Тут и гада есть. Вот. Легендарная школа имени Грекова. Там в столовую едем готовить, а тут... А тут я занимаюсь. А тут был и класс, а потом по труду там строгали. Гнездо. Тут замок, к сожалению. Вон новое заведение, а вот старое имени Грекова. Ага. Вот такой вот легендарный исторический памятник. Тут первый класс был, но... И второй, и третий. Это, так сказать, ученик бывший идет перед вами. Борис Васильевич Безверхов. Ну вот перед вашими глазами новая школа как раз таки. Вот. Ага. Болотная 17. Вот у нас центральный магазин. Подъезжаем к нему. И сейчас мы его рассмотрим детально. Изнутри. Да. Детально спиртное. Сейчас. Вот. Центр, так сказать. Вот. Центральный магазин. Сейчас мы рассмотрим. Можете заметить. Вот. И вот у нас, так сказать, центр. Вот центральный магазин в Маньково-Березовке. Зайдем сначала вот в этот отдел. Входим в другой отдел. Вот так вот, в принципе. И туда вот. Тут. Где можно увидеть речку Березовую. Вот так. Речка Березовая.